Всем привет! Наконец-то видео исключительно о мышках. Хочу сказать, что все у них хорошо. У них обилие пищи. И сейчас у них вместо опилок просто туалетная бумага мелко порезанная. Так что все абсолютно безопасно. И хочу также сказать, что эти мышки, они достаточно умны для того, чтобы приручиться и перестать бояться. Я вот только что ложила хлеб сюда вот в рюмке. Вот, видите? Она вообще не убегает, она тянется понюхать. При том, что на руки я ее брала в течение ее жизни, ну, только когда убирала, чтобы пересадить в другую коробочку. И пару раз я с ней посюсюкала, подержала в руке там минуту. То есть, в принципе, мыши, они тоже достаточно умны. Даже такие маленькие. Я думала, что они по уму как рыбки, но нет, они умнее, конечно. Это у нас Зюма. Это у нас Изюмка. А монетка сейчас где-то прячется в коробочке. Я ее видела сегодня, так что все с ней в порядке тоже. Просто она не хочет попадаться на глаза. Здесь вот в коробочке уютненькой. Там они спят. Короче, довольные жизнью, счастливые, здоровые мышки. Рассказывать нечего, но можно долго смотреть на то, как они кушают. Это очень смешно. Вы посмотрите, сколько очисток под ней. Она кушает тыквенную семечку. Конечно же, тыквенные семечки этой мышки достаточно для того, чтобы наесться полностью. Это очень мило. Мышки классные. Но это правда, самые шумные животные в моей квартире. Самые маленькие и самые шумные. Бутылку, вот я уже убрала их бутылку на ночь, потому что они так грохочут. Такое чувство, что тут человек ходит и пинает ногами мебель. Ну, ночью, когда у вас будет этот грохот в 2-3 ночи, то чувствуется именно вот так вот. Поэтому бутылку на ночь я убираю. Вот холёсие. А вот мы дождались монетку. Вот она. Зашла в новую коробочку. Поставила новую коробочку им. Все маленькие коробочки идут в ход. Ничего не надо выбрасывать. Из них можно сделать кучу разных домиков. Хвостики, как червячки. Крошечные. Такие вот три дружные мышки. Они так же, как и крысы, вычесывают друг друга, попискивают очень мило в это время. Наблюдать за ними очень интересно, правда. Это как раз те животные, у которых вот, особенно в ночное время, можно было бы поставить вебку и наблюдать за ними всю ночь, что они творят. Ну все, всем пока-пока.